Как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой. Вот и в КФУ заранее готовятся к летнему сезону. На заседании ректората Ильшат Гафуров обсудил с директором Института физической культуры, спорта и восстановительной медицины Искандером Галеевым вопросы функционирования и реконструкции Яльчика – спортивно-оздоровительной базы КФУ. Не у всех хватает деньги ездить и отдыхать за пределами. Я посмотрел, Яльчик – прекрасное место, но условия для жизни преподавательского состава там нет. И студентам там особо тоже тяжело. Но мы должны с Ленаром Султаном Юрьевичем, с Олегом Магеденовичем купить то, за что потом не будет нам стыдно. Стыдно не должно быть за вагоны-домики, которые планируют установить на базе для обеспечения комфорта проживания. Отличительной особенностью подобных домов станет изоляция вагонов, которая позволит поддерживать тепловой режим в самых разных климатических условиях. Душевые кабины и раковины для удобства отдыхающих тоже будут внутри. На заседании также обсудили визит делегации КФУ в китайскую провинцию Хэнань. Визит получился продуктивным. Китай открыт к сотрудничеству с Казанским федеральным. К примеру, Хуанхуайский университет и Хэнаньский аграрный университет даже выступили с инициативой создания совместного вуза с КФУ. Это откроет новые перспективы как для профессорско-преподавательского состава, так и для студентов. Обучаясь в нем, можно будет получить двойной диплом. Луиза Сагдеева, Ленардо Влетьяров, Руслан Урманов, Универньюз.